Всем здравствуйте, с вами Андроид. Андроидыч, сегодня хотел поговорить о файтинге, который называется Garou Mark of Wolves. Данная игра вышла еще в 1990 году на таком аркадном автомате под названием Neo Geo. И наконец-то на Android выпустили данный файтинг. Он представляет себе двухмерный файтинг с очень прикольным геймплеем. Игра на английском языке, доступны различные режимы: синглплеер, тренинг, мультиплеер и многое другое. Давайте сразу перейдем к режиму синглплеера. Выбираем Story моды. Так, нажимаем Confirm и выбираем персонажа, за которым будем с вами играть. Как видите, игра выполнена такой пиксельной графикой, но все равно игра заслуживает внимания. Если вы уважаете файтинги, как я, то вы должны обязательно в данную игру сыграть, если вы про нее не слышали и не играли. Вот, давайте выберем какого-нибудь чувака, вот, допустим, вот этого каратиста, нажмем. И просто надо будет драться, какая-то девушка такая, очень-очень привлекательная, какая-то блондиночка. И вот первый таскас на бой у нас происходит где-то рядом с водой. Ага, падает лодка. И как происходит вообще сам бой? У нас мы можем управлять, двигаться, передвигаться, ударять различными ударами и носить специальные приемы, которые у нас имеются. Так, у нас есть также различные суперудары, которые мы можем использовать и тратить определенное количество линейки. Так мы можем ударять и мочить нашего, так сказать, противника, который нам попадается. Но видите, у нас девушка избивает. Я считаю, очень-очень хорошая вещь, что такие игры выходят, классические, так сказать, файтинги, выходят на андроиде. Это очень-очень круто, я вам скажу. Мы можем также использовать специальные движения, которые у нас имеются. Но я не помню, как, и даже не знаю, каким образом мне их с вами сделать и показать. Очень-очень крутой файтинг. Всем советую в него сыграть и насладиться, так сказать, самыми крутыми двухмерными файтингами, которые выходили за все время, так сказать, этого жанра. Вот. По поводу плюсов, ну тут сложно какие-то вещи говорить, потому что игра вышла достаточно давно, прошло больше 15, прошло как раз 15 лет, когда она появилась у нас вообще в мире, поэтому тут сложно что-то говорить. Просто скажу, что очень качественный файтинг, я в него раньше лет, наверное, 10 назад играл на эмуляторе и получал. То есть мне игра очень, короче, понравилась. Вот, такой интересный файтинг. Всем без исключения советую сыграть, особенно фанатам. Вот, с вами был Андроид Андроидыч. Если вам нравится игра и вы или фанат файтингов, то обязательно вы должны в данную игру сыграть и попробовать в нее. С вами был Андроид Андроидыч. Всем пока, до скорых встреч.